Весенний фестиваль восточных боевых единоборств прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе Огуднева городского округа Щелково. Его посвятили Международному женскому дню и подарили цветы всем участникам соревнований – спортсменам, тренерам и судьям. Фестиваль собрал более 150 юных спортсменов. Они представляли 10 спортивных клубов и школ Подмосковья. Соревнования проходили в дисциплинах ситарю и сё-такан. Участники состязались друг с другом в категориях каты и кумите. На татами они выходили с боевым настроем. Я всех порву, как тузик-грелку. Фестиваль восточных боевых искусств – замечательная возможность развить свои навыки. Большое спасибо принимающей стороне. Еще раз говорю, это очень классный турнир именно для детей, для начинающих спортсменов, для того, чтобы получить соревновательный опыт. Евгения Корытько, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.